В этом году произошло много значимых для нашего курса событий. Мы запатентовали наш логотип, открыли общественный институт системного воспитания личности, стали победителями регионального этапа международной премии «Мы вместе», да и в целом стали активно участвовать в различных государственных проектах. Желаю, чтобы и в следующем году наш курс, а теперь уже институт, продолжал расти и развиваться. А каждому, кто смотрит это видео, желаю непоколебимой внутренней опоры, экологичных отношений с близкими и окружающим миром, а также оставаться и быть счастливым вне зависимости от обстоятельств. С Новым годом!